Так, десяточки поставьте, если слышно меня хорошо. Отлично, вижу, что звук хороший, слышно меня хорошо. Спасибо. Друзья, спасибо. Ну что, у нас в комнате рекордное число для нашей команды. Да? Отлично, все хорошо слышно. Мы сегодня пробуем нашу комнату первый раз, и это из чести удостоена я, чтобы провести первую презентацию. И невольно мне вспомнился маленький анекдот, когда идут муж с женой, и жена идет впереди поля, а сзади идет муж, и несет огромные баулы, сумки, а женщина идет с пустыми руками впереди. И вдруг кто-то на верблюде его догоняет и говорит: «Вау, какой ты муж хороший, женщину вперед пустил, сумки сам несешь». Он говорит: «Да-да, дорогой, только впереди минное поле». Вот так вот начнем нашу презентацию с такого маленького анекдота. Надеюсь, что минных полей у нас впереди не будет. Ну и, как всегда, я начинаю свои презентации. Давайте сейчас все смайликами, восклицательными знаками отметим все наши настроения. Какое у всех настроение? Давайте все-все. Я не хочу, чтобы сегодня был у нас диалог, чтобы у нас монолог. Я хочу вас видеть, слышать, понимать, что вы меня слушаете. Давайте настроение. Давайте поднимем все настроение. Так. Вижу. Супер. Прекрасно. У кого плохое, ставьте пальчик. Если плохое, надеюсь, мы вам его сегодня поймем. Здорово, здорово, здорово. Вот так вот. Я надеюсь, что всем слышно, что всем видно. Можете пошуметь еще одну минутку в чатах, потому что, как бы ни было, у нас количество людей в комнате ограничено. Вы посмотрите, что у нас творится. 258 человек. То есть и нас, и мы с Талем, я и Талю, значит, 260 человек. Поэтому, друзья, всего осталось 40 мест. И вот эти вот как опоздуны, я не знаю, смогут ли они попасть. Ну, мы не будем никого ждать, и я сегодня хочу задать один вопрос. Все, спасибо, друзья. Мне очень нравится, что все отвечают, все участвуют. Наверное, все рады нашей новой комнате, новым возможностям, наверное, что хорошо слышно, видно и доступно. Очень простой вход. Я хочу сейчас задать еще один такой традиционный вопрос. Есть ли в зале новички? Если есть новички, которые только-только пришли в компанию, если только начали работать, поставьте, пожалуйста, пятерочки. Если есть люди, которые вообще не знают, куда они попали, может быть, их кто-то пригласил, вообще не знают, поставьте, пожалуйста, двоечки, чтобы я понимала, как и что мне говорить. Вижу огромное количество у нас пятерочек, то есть это говорит о том, что у нас новички хорошо подготовились. Наши гости, здорово. Ой, Шахр у нас с двоечком вообще не знает, куда попал и зачем пригласили. Это здорово. Ну что, для всех двоечников, это как раз вам, двоечники, отличники, те, которые еще не знают, есть огромная возможность сегодня ознакомиться с тем бизнесом, о котором я вам сегодня расскажу. Но прежде чем начать, я хочу задать вам опять же всем вопрос. Скажите мне всех людей, которые объединяют нас всех, вне зависимости от национальности, вне зависимости от того региона, где мы живем, вне зависимости от того, как мы выглядим. Все люди хотят, все на земле, в разного возраста, образования, социального, там все. Чего хотят люди? Скажите мне три главных вещи. Вот чего вы хотите, каждый из вас? Быть. Хочу быть. Давайте я подскажу всем. Здоровым, да? Здоровыми хотят быть все. Здоровым. Еще. Счастливым, Виктория правильно пишет. Здоровым, счастливым и здоровье, деньги, счастье. Здоровой. Три мы говорим. Здоровым, богатым и счастливым. Я вам сегодня расскажу о том, как это сделать три в одном. О, видите, я даже стихами заговорила. Ну и здорово. Для тех, кто только пришел и вообще не знает, куда их пригласили. Давайте вообще, кто меня не знает, я прежде всего представлюсь. Меня зовут Ирина Городова. Я
являюсь членом команды «Нас не догонишь» и являюсь бриллиантом компании «Бепиком», первым бриллиантом в Крыму. Что же это за компания такая? Компания, которая называется «Бепик». И именно она, где не хочу, пишет кто-то, это здорово. Давайте расскажу буквально немножко о компании, с которой я вас сегодня познакомлю. Компания «Бепик» – американская компания, которая, вы знаете, не зашла, не пришла. Она ворвалась в интернет-пространство, она ворвалась в этот бизнес во все страны мира, наверное, больше, чем 200 стран мира. Это новый мировой тренд, бренд, как хотите назвать. Эта компания еще нет даже 2 лет. То есть 15 января 2017 года был запуск этой компании. В январе будет всего лишь только 2 года. Но сегодня об этой компании говорит огромное количество людей. Об этой компании говорит весь мир. Во всех уголках мира уже можно увидеть, вы можете открыть просто интернет в Ютубе, набрать компанию «Бепик», и вы увидите, что неимоверное количество людей работают в этом бизнесе, получают удовольствие, потому что эта компания действительно, где получаешь удовольствие от приема продукции и от того, сколько денег здесь есть в этой компании, что здесь можно просто быть миллионером. Президент нашей компании, его зовут Эрик Капрарес, это человек мультимиллионер, миллиардер, это человек-бизнесмен, который дал нам возможность такую поработать в этой компании. Продукт, на котором завод, на котором производится наш продукт, кроме нашей компании, делает более еще в 100 MLM компаний. Это ведущий мировой производитель в сфере здоровья и красоты. То есть это завод, который делает не только для нас продукт, а еще более чем 100 компаний MLM. Это удивительный продукт. Завод, который выпускает этот продукт, он проверяется постоянно, то есть он под наблюдением FDA, это такая организация, которая проверяет тотально наш завод, каждые полгода идет проверка, и весь продукт, вся продукция, все сырье, которое приходит на этот завод для изготовления продукции, все имеют сертификат GMP, этот завод, и наша продукция имеет самые высшие сертификаты, которые есть в Америке. Так. Ну и сегодня мы поговорим о здоровье. Что же за продукт такой, что же в нем такого необычного? И сейчас кто-то, кто пришел первый раз, наверное, подумал, ой, очередные продукты, БАДы, питание и все остальное. И таких компаний море морское. Но не, пожалуйста, не делайте выводов. Я просто вам рекомендую выслушать, послушать до конца и все-таки посмотреть, почему же я пришла в эту компанию. Я человек с опытом, я 9 лет работаю в сетевом маркетинге, я всегда во всех компаниях доходила до самого высокого ранга и всегда работала с БАДами. Почему? Да потому что это коснулось моего здоровья. И благодаря БАДам я в свои 50 с хвостиком лет чувствую себя лучше, чем чувствовала себя в свои 30 и 35 лет. Потому что когда-то я узнала одно, что для того, чтобы сохранить свое здоровье, я не говорю о том, что лечиться или еще что, а просто хотя бы сохранить, помочь своей иммунной системе, нужно всего 90 микро-макроэлементов. 90 минералы, витамины, аминокислоты. И как-то на одной презентации у нас был профессор и батечка, он сказал, что для того, чтобы просто человек не заболел онкологией, нужно всего 4 продукта – калий, магний, железо и цинк. Ну вот вопрос, а где же это взять? Просто элементарные продукты. И оказывается, что для того, чтобы получить дневную дозу цинка, нужно съесть всего 16 жареных яиц в день. Скажите мне, пожалуйста, сможет ли человек вообще нормально съесть ежедневно 16 штук яиц? Чтобы получить дозу калия, норму вернее, дневную, нужно съесть 3-4 килограмма бананов. Для того, чтобы получить кальций, нужно съесть 3 килограмма брынзы для того, чтобы получить 1 грамм. И так далее, далее, далее. Я не буду перечислять. И вот умные люди создали те самые БАДы. И эти БАДы существуют уже огромное количество лет. Но очень печальные цифры, о которых я вам сейчас скажу. Для нас печальные, друзья. В Японии 93% принимают БАДы.
Америка 80% принимает БАДы. 60% населения Европы и Германии принимают БАДы. Россия принимает БАДы. 3%. А Украина еще и того хуже. А потом мы задаем вопрос, а почему же мы болеем? А почему деторождаемость у нас такая? Почему сегодня уже дети рождаются в большинстве с патологиями? Почему? Да может быть просто это зависит от того, что мы едим, от того, что мы живем. Как мы живем и что мы едим, да? Как говорит Гиппократ, что мы – это то, что мы едим. И я сейчас на одну минуточку хочу, чтобы вы мысленно заглянули все в свой холодильник. Вот сами в свой холодильник загляните мысленно, не надо сейчас бежать к холодильнику и подумайте. В процентном составе полезного и неполезной еды сколько в вашем холодильнике процентов? Сколько? 50 на 50, 10 на 8, на 90, 20 на 80, 30 на 70. И я вас уверяю, что в 99% людей, которые здесь присутствуют, в холодильнике 80%, а то и больше, продуктов, которые абсолютно вредны. И когда мне говорят, я себя люблю, когда мы что-то кушаем, подумайте, друзья мои, а любите ли вы себя? Вот-вот-вот, 60 и 40, 30, 70, видите, вы сами отвечаете на свои вопросы. Но мы принимаем еду, то, что покупаем в магазинах, мы пьем воду, которую нам продают, или там фильтры какие-то, конечно, есть у кого-то, но тем не менее, у нас орган называется пищеварение. То есть у нас организм, у нас, да, кишечник пищу варит. И я сейчас вот хочу спросить у девочек, у женщин, у наших, да. Вот если люди готовят кушать дома, вот женщина, если она варит борщик, и завтра она уже борщик съели, хотят сварить супчик, а моете ли вы кастрюльку? Я думаю, что прежде чем сварить суп, мы обязательно моем эту кастрюлю. Но наш орган пищеварения мы забываем иногда помыть и почистить. И что же делать? И вот здесь вот как раз и приходят на помощь наши БАДы. Для чего? Для того, чтобы почистить наш организм, да, от токсинов, от грязи, для того, чтобы напитать нас всякими витаминами, микроматериальными элементами и сохранить то, что у нас есть. Ни в коем случае никогда мы никого не лечим. Я вам сейчас расскажу один маленький секрет. Один маленький секрет. Нет ни одного БАДа в мире, нет ни одной капсулы в мире, нет ни одной таблетки в мире, которая лечит. Если когда-нибудь и где-нибудь вас кто-то привел на какую-то презентацию, пригласил и начнет вам рассказывать, что это волшебная пилюля, чудо-капсула, которая вылечит вас от всех болезней, вставайте и уходите, выключайте и уходите. Это непрофессионально. Что же делает наш продукт? О чудо! На рынке появилась, посмотрите, вот такая удивительная капсула, которая называется... Вот такая вот зелененькая, красивенькая капсула, которая называется Elevate. Или LF8, как мы называем ее. А в народе так мы говорим, так с любовью на него называем LF-чик. Да? И что же в нем такого? Ну, этих LF-чиков сейчас скажет, кто не знает, в этих компаниях миллион. Но я вам скажу, вот эта маленькая-маленькая зелененькая капсула, я ее называю действительно волшебной пилюлей. Не потому, что там есть что-то волшебное. Все, что там находится, абсолютно всем давно известно. Но ученые сделали так, что в одну пилюлю вместили 95 банок всех сетевых компаний. То есть в одной капсуле 90 баночек. Эту капсулу не надо принимать утром, в обед и вечером. До еды, после еды, вместо еды. Эту капсулу встаете утречком, принимаете ее натощак или после обеда. Обязательно запивая стаканом теплой воды, и вы получаете дневную норму микро-макроэлементов. Вам не надо кушать 16 жареных яиц. Съешьте столько, сколько вы хотите. И вот эта одна единственная капсула заменит вам вот этих 90 баночек. Круто для новичков. Вот я когда увидела это и сказала, знаете, когда-то давно, лет, может быть, 5-7 назад, когда я занималась огромными кучами, я как одна из многих, у меня были склады на 30 тысяч долларов. Вот эти сумки, я была в Баку, и у меня были склады вот этих сумок с этим продуктом. В одной комнате у меня стоял продукт, в другой комнате я снимала квартиру, в другой комнате была моя спальня, а в третьей ко мне приходили люди.
И вот это огромное количество, и я думала, Господи, ну сделай так, чтобы вот кто-то умный, дядечка такой, взял бы какие-то, да, дядечки, ученые, и вдруг сделали бы одну вот такую капсулу, чтобы была такой, как я говорю, это капсула для ленивых таких, как я. Потому что я один, второй, третий день, может быть, и попила бы правильно утром, в обед и вечером. Но на четвертый я забуду, когда-то не приму, то ли утром поздно встану, то ли вечером поздно лягу, или поем до, или после. Вот здесь чудо чудесное. Я говорю, это бизнес для ленивых, это капсула, этот продукт для ленивых. Это одна единственная капсула, которую ты берешь, выпиваешь утром, и идешь со всей своей, со всем своим, ну, то есть, что тебе надо, то и делаешь. Все, ты не зависим больше ни от каких баночек, скляночков и ни от чего. До цены мы дойдем. Давайте так, друзья, я сейчас не буду вам отвечать ни на какие вопросы. Вы обязательно их все зададите. Может быть, в процессе презентации я вам на них отвечу. Если нет, в конце вы зададите вопросы. Не успею вам сейчас смотреть это все и пролистывать, поэтому давайте вопросы оставим на потом. И что же в этой капсуле удивительное, да? Я вам расскажу. Я, когда увидела, что она дает, вообще компания, когда вот мы получили сайт компании, компания говорит, друзья, если вы встали и устали, есть ли такое чувство у вас? Встал и устал. В двоечке кто поставил и пятерочки. Это чувство знакомо всем, и студентам, и тем, кто учится в школе по подросткам, и людям уже, которые ходят на работу возрастным, и есть пожилые люди. Огромное количество людей, которые встал и устал. И вот компания говорит, у вас есть это чувство о депрессии? Есть ли у вас чувство этой депрессии? Лишний вес у кого-то есть, а кому-то не хватает этого лишнего веса. И чего ему не хватает? Нам не хватает подвижности, энергии. И компания говорит, вы знаете, есть такое решение. Вот, LF8, который решит вам проблемы. Там есть такие продукты, что вы получите заряд энергии на весь день. Вы не знать будете, что такое усталость. Вот я здесь вижу Светочку мою с Алушты. Она когда первую капсулу приняла, она говорит, я сделала уборку в доме. То есть я перемыла все окна. Вы знаете, все, кто начинает принимать этот продукт, он дает столько энергии, что люди, девочки, начинают делать генеральные уборки. Друзья мои, сейчас, конечно, зима, но ближе к весне, когда у вас будут огороды, дайте это мужу, ну, до того, и потом еще весну. Вы посмотрите, он за один день перекопает весь огород. Я, конечно же, шучу. Здесь будет повышение внимания и ясности. Почему? Объясню позже. И производительность, и настроение. И расскажу, почему настроение поднимается. Почему же? Что же здесь происходит? Укрепляться будет ваша иммунная система. Вы забудете, что такое простудные заболевания. А если вы даже заболеете, то вы очень легко перенесете эти заболевания. Стрессы вы не будете так переносить, как раньше переносили. Головная боль фактически проходит почти у всех сразу. Но я не хочу вам обещать больших и быстрых результатов, потому что у всех организм разный, и все по-разному будут реагировать на этот продукт. Поэтому, что меня здесь купило, вот меня лично? Здесь вот эта одна волшебная, как я ее называю, пилюля или капсула, состоит из трех смесей. Вот одна из смесей, которая, это суперадаптогены. Что такое адаптогены? Кто не знает, что такое адаптогены, поставьте, пожалуйста, единички. Единички. Кто не знает, что такое адаптогены? Давайте два слова буквально скажу об этом. Единички. Не страшно, потому что на самом деле, когда езжу на презентацию, очень многие не знают, что это такое. Вот, видите, какое огромное количество. Давайте адаптогены от слова адаптация. Да? Это природные вещества, которые воздействуют на организм человека и помогают адаптироваться к стрессу, к вирусам. Просто адаптироваться, восстанавливает и защищает организм ваш. Большинство адаптогенов – тонизирующие вещества и укрепляющие иммунную систему и повышающие, в общем-то, все здоровье нашему, ну, общее здоровье человека. Адаптогены взаимодействуют, видите, вот здесь очень хороший слайд, который сделан нам, Таль, спасибо большое, взаимодействуют с остальными ингредиентами, входящими в состав LF8. Идеально влияет на работу нашего организма. Здесь все абсолютно продукты, которые есть, они друг другу работают в синергии, то есть дополняя и усиливая действия друг друга. Что же здесь есть из этих адаптогенов? Здесь есть
радиола розовая, всем известная, наверное, гриб чага, гонодерма, бакопомаге, гриб береза, гриб чага, кордицепс. Я думаю, об этом все знают. Единственный вот для меня был очень такой вот продукт бакопомаге. Я не буду сегодня делать презентацию по продукту, это будет следующая моя большая школа. Я вам расскажу о каждом ингредиенте. Но я вам расскажу два слова, что такое бакопомаге. Бакопомаге растет на болотах, это продукт, который из семейства подорожников. И он очень сильно обезболивает. Поэтому, когда проходят суставные боли, он работает именно на наши суставы, на нашу нервную систему, на головной мозг. Именно вот этот бакопомаге, он снимает боли. Это тоже очень мощный адаптоген, удивительный. Он растет, вот видите, такие вот беленькие цветочки, иногда бывает синенькие. Но не буду сегодня, пусть это останется маленьким секретом. Вот такой вот адаптоген и помогает нашему организму почистить, то есть да, вывести все наши токсины. Это мощнейшая чистка наших всех, нашего организма. Вот ту кастрюльку, о которой я говорила, заборчик, нужно почистить, и вот эти адаптогены будут замечательно работать. Вторая формула – это смесь натуральных энергетиков. Это вместо вот этих баночек энергетиков, которые сейчас подсели очень много молодежи, я вижу, что они просто огромное количество. Вот это все натуральные энергетики. Гуарана, парагвайский чай, эльтианин, ниацинамид. Ниацинамид – это великолепная вещь. Вот знаете, подтяжечка идет. Именно ниацинамид работает на это. Я тоже вам не расскажу этот секретик. Вы потом узнаете. Гуарана – в гуаране больше кофеина, чем в кофе. Но если вы знаете, что кофе вы пьете, у вас тахикардия, аритмия, то гуарана не дает этого чувства, вот это ваше настроение. Кстати, в кардицепсе есть огромное количество витамина Е, и он именно снимает вот это вот, вернее, дает настроение. Это гормон Е, это гормон счастья, вернее, витамин Е, это гормон счастья, это он отвечает, вот это снятие стресса, чтобы вы не думали, что там есть что-то такое непонятное. И, конечно, третья смесь – это смесь фруктовых растительных компонентов. Апельсин, вишня, черника, клубника, шпинат, брокколи, морковь, томат, свекла, гриб шиитаке, яблоки, клюква. То есть все абсолютно, что есть в наших фруктах и овощах. Все нужное для нашего организма. Вы, наверное, все знаете, что в томате есть ликопин, которого очень-очень мало где-то в каких-то продуктах, поэтому он есть только в переработанном томате. Я не буду говорить сейчас о шпинат, брокколи и все остальное, это тоже мы перенесем. Но в клюкве, чтобы вы понимали, не только в винограде есть ресвератрол, в клюкве тоже есть ресвератрол, поэтому у нас какая-то частичка тоже есть этого продукта. Ну и второй продукт, который уже пришел к нам на рынок после Элева, это акселлер, это первая капсула, да, первую капсулу зеленую Элев мы принимаем обязательно утром, обязательно со стаканом теплой воды. Еще маленькая рекомендация от меня, если вы, ну это тоже мой опыт, моя практика, пить воду надо обязательно мелкими глотками и 40-45 градусов, почему? Потому что утром, когда вы встаете, вы встаете из постели, вы еще в том состоянии, у вас внутри температура намного теплее, чем внешняя, поэтому не надо делать организму стресс, нужно пить маленькими глотками теплую водичку, потому что внутри у нас намного температура больше, чем внешняя. И почему маленькими глотками? Если мы пьем воду залпом, мы даем нагрузку на почки. Если мы пьем маленькими глоточками, то у нас водичка работает с желудочно-кишечным трактом. И я купила вот это, мне очень нравится это выражение, которое я получила у Таля. Он сказал, вы запоминайте, это одна из главных вещей. Вода – это токсин для токсинов. Если вы не пьете воду, не принимайте продукт вообще. Не надо потом его делать виноватым, что что-то с вами не так. Вода, вода и вода. 30 мл на килограмм веса в течение дня. И утро надо начинать с воды. Вот так вот. Вон, смотрю, огромное количество людей у нас пишут результаты. Ну, давайте познакомимся со вторым нашим продуктом. Второй продукт называется Accelerate. Или Acceler 8, да? Здесь две капсулы. Одна фиолетовая или сиреневая называют, другая белая. И здесь вот я вам скажу, что она пришла через год уже почти после того, как вышел наш Elevate. И я вам скажу удивительную вещь.
Все на нее возлагают огромную надежду, на эту капсулу. Но когда пришел продукт, нам всем на почту пришло письмо. Вот очень, очень часто люди не читают писем, которые приходят на почту. И вот на почту приходит письмо. Если вы, друзья, решили похудеть, если вы решили похудеть, сесть на диету и изменить свою фигуру, так сказать, то этот продукт инновационный, уникальнейший. Такое, которого вообще в мире аналога нет. Он поможет вам это сделать. Вы будете спать и худеть. Этот продукт называется «Спи и худей». Друзья мои, но опять же, не надо на эту капсулу возлагать все свои проблемы. Там не написано, обратите внимание, ни на коробке, ни вашей почте. Там не написано «Жри на ночь и худей». А там говорят «Спи и худей». Понимаете? Это не значит, что теперь можно, как потерпевшие, есть пирожные, конфеты, мучное, булки, не худеть и говорить «плохая капсула». Она мне не помогает. Когда спрашивают, что кушаете вечером, ну я же пью Ацеля, так вот я вам скажу, друзья мои, что я на LF8, хотя у нас огромное количество людей похудели, хотя эта капсула вообще себя никто не говорит, что это капсула для похудения, но из-за того, что поменялся обмен веществ, очень много людей похудели, сбросили вес. Вот то, что в первую неделю начинает работать желудочно-кишечный тракт, начинают работать почки, вообще начинает полностью работать по-другому. В первую неделю почти все люди в 99% скидывают 4-5, а то и 6 килограмм за неделю. Это не значит, что ушел жир, друзья мои, это уходит вода, та вода, которая есть в организме, лишняя. Это уходит вода, а потом вот работает уже другой продукт. Поэтому у кого-то, может быть, этот процесс и остановился. Но это капсула LF и вот наш Ацеллер, он помогает вам уйти от вот этих перекусов. Да, то есть помочь вашему организму расщепить. И что же удивительного есть в этой капсулке? Да? Здесь вот как раз-таки тоже есть три смеси. Первая смесь состоит из двух капсул, да? Ой, вернее, Ацеллер состоит из двух капсул. Это сбалансированная пищевая смесь. Здесь тоже входит клюква, уголь, гуминовая кислота, корень одуванчика, корень имбиря, корень алтея. Я тоже не буду сегодня говорить. Единственное, на чем я сегодня заострю, может быть, ваше внимание, все продукты вам, в общем-то, известны, я вам расскажу о гуминовой кислоте. Буквально два слова. Что такое гуминовая кислота? В гуминовой кислоте 20 аминокислот из 22 нужных для нашего организма. Именно гуминовая кислота, ее в еде фактически нет. Она есть в корочке хлеба, она чуть-чуть, ее очень мало, чуть-чуть в кофе, чуть-чуть в чае, но она находится в торфе, в еде ее фактически нет. Но она заменяет вот это природный антибиотик. Кроме этого, именно она дает восстановление гормональному фону. Поэтому у женщин очень много проходит, у кого есть менопауза, у кого есть проблемы, у мужчин есть проблемы, у девочек, которые есть проблемы с менструальным циклом. Извините, ну такие вещи говорю, но это наша жизнь. Именно она будет работать на восстановление гормонального фона. Именно гуминовая кислота. И гуминовая кислота, я не буду этого утверждать, но я читала это в интернете, что именно она способствует высушиванию онкологических клеток, она не дает им роста. Это не значит, что это лечит онкологию, ни в коем случае, ни один продукт. Мы никого не лечим, но это может вас предохранить. И этим продуктом, на самом деле, друзья, вы можете спасти очень много людей. И жизнь кому-то эти капсулы спасут. И мы, кстати, у нас есть девочка в Симферополе, об этом я чуть позже, может быть, как-нибудь расскажу, которой мы действительно спасли жизнь. Ей благодаря нашему продукту сделали операцию, она жива. Хотя фактически врачи от нее отказались. Вторая смесь, которая есть, это мягкая корректирующая смесь, да? Это кора вяза, я тоже польский вяз его называю, ржавый польский называют, да? Есть там экстракт расторопши, тоже все знают, алоэ вера тоже знают. Это вот такой вот, да, следующий Ацеллер 8 состоит, значит, из смеси пробиотиков, ферменов или энзимов. Что такое пробиотики, пребиотики? Это живые бактерии, которые помогают нам переваривать нашу пищу. Энзимы, да, энзимы, вот как раз именно энзимы помогают расщепить нас углеводы. Это как раз тот случай, когда вы съели что-то после 4 часов, что-то из углеводов, то ли тортик, то ли
еще что-то там, то есть что-то сладкое или ненужное, то, что, в общем-то, после 4 кушать нельзя. И смесь натуральных соников, то есть это для сна. Это соль магниевая, корень валерьяны, хмель, да, мелатонин, ниацинамид тоже и цитрат кальция. Все здесь есть. И вот самое интересное, что здесь есть, это сенная палочка. Это то тоже, о чем я расскажу. Все знают, да, что когда болеют собачки, кошки, они ищут травку. Мы говорим, собаки ищут травки. И они занимаются самоизлечением. Так вот здесь сенная палочка, это именно то, друзья мои, что ищут в траве кошки и собаки. Почему? Потому что именно сенная палочка помогает из организма убрать все коки, стафилококи, стрептококи, всякие коки и все гнилостные разложения, которые есть в организме. Именно сенная палочка. И она наш есть, у нас есть в этой ночной капсуле. Мелатонин. Это гормон сна. Да? Мы все знаем, что если не вы знаете, что мелатонин вырабатывается. Да? Есть же у нас тут совы. Я ложусь очень поздно, я никогда не ложусь раньше, чем час ночи. И вот это вот мелатонин. И вы знаете, люди, не хватает мелатонина, потому что он вырабатывается как раз-таки с вечера до очень интенсивно, до 2-3 часов ночи, а потом он идет на спад. Причем, если чтобы вы получали мелатонин, нужно спать в абсолютной кромешной тьме. Никаких не должно быть ни света, ничего. Поэтому люди, которые спят в масках вот этих черных, только они получают как раз-таки мелатонин. Даже если у вас на улице горит фонарик, вы уже не получаете мелатонина. И если вы его не получаете, вы стоите в первой группе риска по заболеваниям онкологии, сахарного диабета, инсульта и инфаркта. Только из-за того, что не хватает мелатонина. Больше не расскажу вам ничего о продукте вот этом. Я вам расскажу сегодня вот очень-очень мало и коротко. Теперь вы понимаете, почему. Мы встаем утром, выпиваем капсулу Elevate, а ночную капсулу мы пьем на ночь за 15-30 минут до сна. У вас идет мощнейшая чистка. Вы будете очень хорошо, легко будет очищаться организм. Вы утром встанете после акселера, сходите в туалет и скажете, я столько не кушала или не кушал, то, что будет происходить. Но это будет мягкий очень детокс, это будет очень классно. Вы будете себя очень хорошо чувствовать. Эта капсула, если вы, друзья, страдаете бессонницей, тот, кто плохо засыпает, 15-30 минут, и вы будете спать сладким детским сном. Это удивительный продукт. Будет хорошая чистка, у вас будет нервная система восстанавливаться, да, там есть ашваганда, там есть очень много замечательных еще ингредиентов в этой капсуле. Это есть экстракт ашваганды, эльтианин, так, что там, не вижу бальзама, так, экстракт пассифлоры, кстати, пассифлора, вот почему на нашем продукте очень много людей бросают пить. Пассифлора, она, кстати, я из Крыма, у нас она тоже растет в Крыму, ее еще называют кавалерская звезда, очень красивый цветок. Если делать даже настой из этой пассифлоры и очень долго наливать человеку, который пьет, очень многие люди уходят от алкоголизма, уходят в зависимость от алкоголя. Восстанавливается нервная система, восстанавливается сон, ваш будет кишечник работать. Здесь столько продуктов удивительных, друзья. Они все простые, они все абсолютно здесь, ничего волшебного нет. Но вот посмотрите наглядно, что делает наш продукт. Это Надюша Жукова, это девушка, женщина, не знаю, какой удивительный результат. Посмотрите, это 8 месяцев приема Элева, это только Элевейт, это даже без акселера. Посмотрите, что происходит с этой женщиной. Посмотрите на ее лицо, здесь минус 15 лет. А она принимала продукт. Это моя первая линия. Она живет в Отрадном. Поэтому я ее очень хорошо. Это моя первая линия. Надюша Жукова. Что происходит? Это моя тоже первая линия, Юлия Черна. Вы знаете, ее везде покупают. Она, кстати, тренер сертифицированный по правильному питанию. И она не могла похудеть даже на 4 килограмма. И только благодаря нашей капсуле Elevate, хотя это не капсула для похудения, она сбросила 11 килограмм. И она не набирает вес. Вот так вот. И она теперь уже тоже второй бриллиант компании Epic, моя первая линия. Вот мы с ней так поработали. За 3 месяца она стала бриллиантом компании. Это высший ранг. Вот человек из Бишкека, из Кыргызстана, да, Иркен, который страдал витилиго. Друзья, это не значит, что он вылечил витилиго. Это витилиго ушло, так скажем, в спящий режим. Но я думаю, что все-таки с таким лицом, которое на последней картинке, жить все-таки лучше.
Правильно? Но это не значит, что пройдет и у вас, и так же быстро. У каждого человека свой организм. Мы никого не лечим, не ищите больных людей. Покажите просто эти результаты людям, чтобы человек сам посмотрел, разобрался в составе, пригласите на школу по продуктам. И он сам решил, нужно ли это ему. У нас огромное количество результатов. За 2 года, я вам скажу это с огромной уверенностью, таких результатов. И мало того, что таких столько результатов количества, не может похвастаться ни одна компания. И еще заметьте, все наши результаты, фамилии, имена людей, тех, которые реальные люди. У нас не скопированные люди. Знаете, я видела одну лысую бошку, потом на ней выросли волосы. Извините, что так говорю. Но на этой голове, вот, да, выросшей волосы, эта голова ходит, по-моему, по всем компаниям. Ни фамилии, ни имена, вообще, может быть, это фотошоп. Вы у нас можете найти каждого человека, который есть. Каждого человека вы можете найти в Одноклассниках, в Фейсбуке. Это все живые, реальные люди. Больше того, я скажу, у меня есть Татьяна Лисицкая из Ялты, есть она тут или нет, я не знаю, но она специально нашла какую-то программу, сравнила фотографии до и после и сказала, это реальные результаты, это не фотошоп. Мало того, она постучалась к очень многим людям в личку, и поэтому эти результаты все абсолютно реальные. Об этом результате вам Таль говорит, это самый яркий, один из самых ярких результатов, где женщина... Девушка, не женщина, а вот на первой фотографии женщина, а теперь просто девчонка, красавица. Кстати, она вышла замуж. Посмотрите, как изменилась жизнь ей вот эта наша капсула. Хизер Рэндалл с Алабамы, со штата Алабама и США. Вот так вот она в церкви была, и, конечно, вся церковь ей принимает эту капсулу. Вот так этот обычный, обыкновенный вот такой продукт изменил жизнь этой девушки. Это удивительный результат. Это за 10 дней всего... Это, я так понимаю, тропическая язва, да, которая прошла. У меня тоже есть в Севастополе, в Ялте результат у Ларисы, которая за 36 дней ушла, 2 года она страдала. Вот тропическая язва, у нее была нога, вот такая черная, за 36 дней у нее все прошло. Огромное количество таких результатов, огромное, которые я очень хочу вам мало показать. Это человек с... Не помню, как его зовут, это новый у нас уже, да, посмотрите, как похудел этот человек, это с Германии, вот, 27 килограмм, это чудо чудесное, это девочка, у которой подкожный клещ, и ничего не могли сделать, она из Краснодара, я лично с ней знакома, я когда ездила в Краснодар в сентябре, она ко мне подходила, эта девочка сколько лет мучается, посмотрите, что с ней произошло, ведь кому-то мы изменили жизнь, понимаете? Поэтому, друзья, не бойтесь говорить о нашем продукте, ведь кому-то вы реально можете помочь, кому-то изменить жизнь, стать богатым, красивым и счастливым. И вот эта одна единственная капсула вам может изменить жизнь в один день, просто перевернуть. Но, видите, эта капсула не просто для похудения, а для нормализации веса. Ведь не у всех есть, так я говорю, телосложение. У некоторых людей страдают теловычитанием, как я называю. У тебя не телосложение, у тебя теловычитание. И люди не могут поправиться. И посмотрите, какой парень красивый, Дархан, который вот из молодых. Представляете, как для него это, вот он сейчас, вот такой вот красавчик теперь ходит, благодаря нашему продукту. И чувствует, я думаю, себя все-таки увереннее. А это я, мои друзья, это я, Ирина Городова. Это я фотографировалась в Молдове 2 года назад, чуть больше 3 года назад. Я весила 92 килограмма, я входила в Ассоциацию женщин мира. И здесь у нас было мероприятие, я на нем была. А это в сентябре в Краснодаре. Я благодаря этому продукту похудела на 18 килограмм, просто отрастила волосы. И я вам что хочу сказать, на Элеве я не бросила ни одного килограмма. На Элеве немножко, буквально пару килограмм, вот та вода лишняя вышла, но я вам хочу сказать, я бросила курить и поправилась. Я весила 88 килограмм, но я не на Элеве, я просто сама бросила курить, я курила 37 лет. И вот я... стала поправляться, когда бросила курить, и дошла до 92 килограмм. И когда я стала принимать ЛФ, я перестала поправляться. Для меня это было уже счастье. А худеть я начала как раз-таки с акселером и помогла своему организму. После 4, друзья мои, если вы реально хотите похудеть, помогите своему организму, не издевайтесь над ним, перестаньте есть углеводы, ешьте легкую пищу, ешьте побольше овощей и фруктов, обязательно клетчатку, и у вас все получится, друзья мои. Вот так вот я похудела на 18 килограмм и чувствую себя
Прекрасно. Вот посмотрите, это Оксана Василенко, да, из Израиля. Это девушка, которая прошел псориаз. Вот, кстати, по псориазу огромное количество своих результатов. Огромное. Вот тоже у Жантелек, тоже у него был псориаз, и тоже вот так он прошел. Вот так, друзья. Это сестра моя родная, двоюродная. Вот посмотрите на первую фотографию. Это всего один месяц приема. У нее сахарный диабет. У нее огромные проблемы с капиллярами. И вот это ее нога. Мы сфотографировали. Это один месяц без элева, только акселера. И вот так вот поуходило очень много вот этих капиллярчики. Вот эти, у кого есть эти проблемы, вам обязательно нужно пить продукт. Ну, второй не пила, только акселер. Вот посмотрите, у нас люди, если вы хотите сохранить жизнь, молодость своей маме и продлить ей жизнь. Посмотрите, эта женщина, нельзя ее назвать даже бабулькой. Это женщина, которая, посмотрите, как вот ведет какой образ жизни. Вот сегодня я вам очень коротко постаралась, очень так и объемно с одной стороны, коротко хотела вам рассказать об этом. Для чего? Для того, чтобы вы подумали о себе. А любите ли вы себя? Что вы едите в том холодильнике? Как вы заботитесь о себе, о своих близких? Не хотите себе подумать о своих родителях, продлите им жизнь. Кто-то рядом есть, кто постоянно болеет. Помогите им не болеть. Не болеть, я не говорю лечиться, я вас просто призываю. Не болеть, любите себя. И как старость вы проведете? То ли лежа на диване, чтобы за вами ходили, подгузники меняли, то ли вот так вот, как эта женщина в тренажерном зале. Лично я собираюсь провести свою старость в тренажерном зале, хотя туда не хожу. И никогда не ходила, но вот уже об этом думаю, глядя на эту красивую и удивительную женщину. Вот такие очень маленькие результаты я вам сейчас рассказала. Вот увидела вопрос, противопоказания есть? Да, есть противопоказания категорически. Нельзя наш продукт давать детям до 18 лет, вообще желательно, ну, до 15, до 16 хотя бы. Только в крайнем случае подростка, если есть серьезные проблемы. Но, тем не менее, я бы все-таки обратилась к врачу и по рекомендации. Я не врач, я занимаюсь бизнесом, поэтому никого не собираюсь лечить. И, конечно, категорически беременным женщинам. Почему? Там есть радиола розовая, это БАД. БАДы детям и женщинам беременным очень многие нельзя, в том числе радиолорозу. Кардицепс, который работает на половое созревание, он повышает либидо у женщин и повышает импотенцию у мужчин. И дает именно рост, половое созревание, поэтому не нужно, наши дети и так сильно гиперактивны. Чага, которая, вернее, гуарана, которая является энергетиком таким довольно-таки сильным, его не рекомендуют. Там понятно, что в очень маленькой дозе, но детям до 18 лет его не рекомендуют, и поэтому не нужно. Мы очень ждем и надеемся, что в нашей компании появится детский продукт, и я надеюсь на это очень, но детям и беременным женщинам категорически запрещено. Вот, вот такие вот противопоказания. Я думаю, что вот так очень коротко я провела в первую презентацию в нашей пробной комнате. Вот. Я теперь хочу услышать вопросы, если они есть по бизнесу. Я сегодня не буду ничего говорить, это отдельная презентация. Я хочу, чтобы моя презентация была недолго, для того, чтобы вы подумали. И я сейчас хочу, друзья мои, всех двоечников и пятерочников, которые мне написали в начале, ваше резюме, вы остаетесь просто потребителями нашего продукта или вы все-таки хотите с нами делать бизнес? Ведь бизнес, я не буду рассказывать маркетингу, но я вам скажу, те деньги, которые зарабатывают здесь наши люди, за год подкупают 4-комнатные квартиры. Огромное количество и себе, и папам уже BMW за наличку. Всего лишь 20 человек в вашей структуре вам компания дарит. $500 ежемесячного бонуса, если вы один раз правильно построите структуру, просто тупо, это как зарплата. Это только один из 8 доходов, где вы можете просто сделать бизнес и дополнительно для пенсионера получить 30-35 тысяч рублей или $500. Тут такие деньги неимоверные. И именно поэтому я здесь. Я в начале презентации вам сказала, что во всех компаниях я достигала самого высокого ранга. И я вам со своего, так скажем, взгляда скажу, я очень моментально, Таля уже это видел, я
любой маркетинг, за 15 минут я его разбираю. Я когда увидела этот маркетинг, я сказала, не может быть, где подводные камни. Я их искала, друзья, я их не нашла. Подводный камень только один у вас на шее, который тянет вас вниз. Снимите его и летите вверх орлами, как в этом году. Поэтому, кто с нами, друзья, я сейчас спрашиваю только двоечников и пятерочников, тот, кто сейчас, вы приняли решение. Если вы все-таки приняли решение, обратитесь сразу же к тому человеку, кто вам дал ссылку на этот вебинар, на эту презентацию. Добро пожаловать в нашу обалденную школу, где вас обучат, как приглашать, как разговаривать. Вас обучат, как правильно работать в соцсетях. Здесь необыкновенное обучение. И именно для тех людей, кто хочет заработать сетевым и никогда нигде ничего не получалось, друзья, здесь получится. Вот в этой компании, вот в этой команде у вас получится. Если не здесь, то где же? У нас обалденные спикеры, у нас обалденные блоги, у нас обалденные марафоны. Каждое воскресенье вас будут просто вести за руку. Вам разжуют и положат в рот. Вам только стоит проглотить. И услышать тех людей, которые будут вам помогать идти к этой цели. Я своей Юле сказала, Юля, хочешь быть брюнетом? Она говорит, хочу. Делай ровно то, что я тебе скажу. Если ты это будешь делать, ты станешь бриллиантом. И если вам говорят, спонсор прыгнет с 9-го этажа, надо просто задать вопрос, сколько раз, а не зачем. Просто слушайте успешных людей, учитесь у успешных людей. Добро пожаловать в нашу команду. Ну что, я смотрю, вопросов нету. Спасибо. Я спикером тоже не с первого дня была. И вы знаете, нельзя говорить о продукте, если ты его не любишь. Нельзя говорить о бизнесе, если ты его не любишь. Нельзя говорить вообще о том, что ты не любишь. Я обожаю этот продукт. Он просто делает нереальные вещи с моими родными и близкими. Когда становится девочка, выступает 25 лет и говорит, что эта капсула спасла ей жизнь, ей сделали операцию, она жива и через неделю уже пошла работать. Я понимаю, что я нахожусь в том самом нужном месте, потому что этот продукт доступен всем. Цена смешная. Следующую презентацию, может быть, мы проведем еще по маркетингу. Вы можете найти, попросить у человека маркетинг, который вас пригласил. У нас есть все в записи. Вы увидите и маркетинг, и продукт более подробно. Вы всегда сможете найти. И, пожалуйста, у нас ежедневно проходят презентации. Приводите людей, приглашайте. И вы будете зарабатывать здесь очень и очень большие деньги и получать здоровье. Еще раз, вот эта самая маленькая капелюлечка может одна изменить вашу жизнь в один день. Именно она, как мы начали разговор, может сделать вас здоровым, счастливым и богатым. Я вам всем, друзья, желаю удачи. Я смотрю, что вопросов никаких нет, я так думаю. Бесплатное, да, Ирочка, бесплатное. У нас обучение бесплатное. Надо просто войти в компанию по приглашению, подписаться, купить продукт, получать, потреблять. И думаю, 100 рублей в день может себе позволить абсолютно любой человек, даже пенсионер. Все, вопросов нет. Все, мои хорошие, дорогие мои друзья, я была с вами. Всегда не спешите убегать. Я опять вам сейчас включу свой любимый мотивационный ролик. Я всегда буду начинать презентацию и заканчивать. Вот. А Север 8 при беременности нельзя. Нельзя, не нужно ничего при беременности. Не нужно. Абсолютно. И все, включаю вам опять свой любимый ролик. До новых встреч. Мы с вами скоро увидимся еще на этой неделе. Я обязательно еще проведу с вами презентацию. Всем до свидания.